Творчий шлях довжиною у 40 годов. Юбилей профессиональной деятельности отзначил директор Могилевского театра «Лялек» Владимир Андреенко. Талановитый администратор и творчий человек. Все свое житевое мети, намагания и мары он отдал культуре и мастерству. Про счастливую зорку и перекрыжевание лёсу юбиляра – наш наступный сюжет. Он прошел шлях от музыки и педагога до директора театра. Творчество стало стихией, осяродем працы и житем Владимира Андреенко. Его все время отличала изумительная настойчивость, изумительное трудолюбие, самоотдача полная. А последние 9 годов Владимир Андреенко узначарвая Могилевский театр «Лялек», який за гэты час змянился и внешне, и внутренно. Старый театральный будинок отримал новое обличье. Имя театра загучало на международной сцене. Летось две национальные театральные премии накировались у Могилев. Театр «Кукол» – это один из ведущих театров в стране. Я думаю, это говорит и о его профессионализме, действительно, о тех качествах, которые позволили вот последние годы сплотить этот коллектив и вывести на такой высокий уровень. Со святым юбиляра веншевали родные сябры и коллеги, люди, с которыми Владимир Андреенко связал лёс и творчесть. Владимир Степанович очень энергичный человек, очень светлый, целеустремленный, жизнеутверждающий. Такие качества, которые помогают браться, во-первых, за любые авантюрные проекты и доводить их до конца, что очень важно. Юбилей для каждого человека – это мяжа, за якой начинается новый период життя с новыми проектами и мэтами. Впереди много планов, конкурсы, фестивали. Я полон уверен в победах нашего театра, который уже не раз становился премии, дипломы, награды, национальные премии. Я думаю, что это еще все впереди. Я в это верю. Я по жизни оптимист. Ирина Бордиловская, Миколай Соболев, «Новини региона».